В Ордубасинском районе Туркестанской области выращивают голландский картофель «Ривьера». Это рано созревающий сорт, поэтому уже в мае предприниматели намерены получить урожай. Собранный картофель будет полностью экспортирован в Россию. Рауль Габитов с подробностями. Весна на юге Казахстана наступает рано, поэтому работать земледельцы начинают в конце февраля. Например, на этом поле уже заканчивают опашку земли и высадку семян. Буквально через пару месяцев здесь планируют собрать 1800 тонн картофеля. В прошлом году мы засеяли картофелем 23 гектара земли, а в этом 40 гектаров. Мы используем российскую и белорусскую многофункциональную технику. В ближайшее время планируем закупить еще несколько машин. Картофель тут выращивают по голландской технологии, без химических добавок. Исключительно натуральное удобрение придает картофелю особый вкус, говорят фермеры. Но на отечественном рынке такой продукт спросом не пользуется, поэтому урожай приходится вывозить за рубеж. Торговать на местном рынке мы не можем, так как многие не верят, что наш картофель не содержит нитратов. Поэтому вывозим урожай в Красноярск и Новосибирск. У нас есть контракт с местными предпринимателями. Всего объем посевных площадей в Туркестанской области составляет 823 тысячи гектаров. 300 тысяч из них уже освоены. На них растут зерно и хлопок. На сегодняшний день 90% посевых полей вспаханы и обработаны. На этих полях работают около 16 тысяч сельскохозяйственной техники. В этом году аграриям Туркестанской области планируется выделить 38 тысяч тонн горючего топлива. Рауль Габитов, Ерболат Абишев, Хабар 24, Туркестанская область.